Шестилетний Леша Петров, как и многие дошколята, любит смотреть мультики и собирать конструкторы. Его новогодняя мечта под стать увлечением. Он хотел волчок на мече, меч который. И волчок слетает с этого меча и крутится по полу. Вот. Это где это он такую идею подсмотрел? В мультике. В каком мультике? Он называется «Infinity Naga». Вот, там сражаются на этих волчках. Скоро мальчик пойдет в школу, но первым делом встретит новый 2024 год, который, кстати, объявлен президентом России годом семьи. С наступающим Лешу поздравил мэр Хабаровска Сергей Кравчук и исполнил его новогоднее желание. Вот это тебе. Что здесь, знаешь, нет? Инфинитина. Да, конструктор, ты представляешь? Мечты 80 детей со всего Хабаровского края уже сбылись благодаря всероссийской акции «Елка желаний». Среди них ребята с УВЗ, дети без родителей, те, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, или такие, как Леша. Его папа сейчас на СВО. Мы должны каждому ребенку уделять внимание. Каждому ребенку. Каждый ребенок не должен быть в стороне, не должен быть обделен, не должен быть забыт. Особенно те дети, у которых папа находится в зоне специальной военной операции. Поэтому такое вот мероприятие, их надо проводить. И проводить не только елку желания, по любому поводу и без повода ребенок должен ощущать заботу. Мария Шулешко, Данила Кулешов. Смотри, Хабаровск.